Накануне Нового года ветерану Великой Отечественной войны и почетному жителю Степногорска Павлу Плюйко исполнилось 95 лет. Аким города Эркебулан Баяхметов поздравил ветерана с юбилейной датой и пожелал крепкого здоровья. Глава города отметил, что благодаря нашим ветеранам мы живем под единым и мирным шанераком. Напомню, что капитан Плюйко с 1942 года воевал на Украинском фронте в артиллерийских войсках, принимал участие в битве на Курской дуге, форсировании реки Днепр, освобождении городов Орел, Курск и Киев, дошел до Чехословакии. За мужество и героизм награжден орденами Красной Звезды, Славы Третьей степени, Отечественной войны Третьей степени, медалями за боевые заслуги и за победу над Германией. Сегодня, в свои 95, Павел Плюйко чувствует себя хорошо и поздравляет степногорцев с праздником. Дорогие мои, я вас всех поздравляю и желаю всем доброго здоровья. Пусть вам и вашим семьям будет хорошо, чтобы наш город расцветал, а степногорцам счастья больше дал.